В смысле тебе плохо? Я хочу попыслить. Я включил, ты можешь прям представлять, типа, с вами. Всем привет, друзья. Мы продолжаем играть в скам. Я тут слегка облегчаюсь, вот. Ой, хорошо. Вот теперь набери, как говорится, в легкий воздух и вздохни нормально. Да, я, кажется, еще не все. Я еще не все. Ты еще не все? Блять, ты точно еще не все? Ты что, серишь, что ли? Да. О, да. Слушай, так на туалетом добежал бы хотя бы. Оп. Блять, ты срешь, ёпта! Ты реально погадил. Японская мать. Ты личинку отложил. Да. Рукой вытер? Я не буду с тобой здороваться этой рукой, все. Смотри, сейчас еще руку в рот возьму, наверное, нет? В смысле? В рот. Фу, бля, я не буду с тобой, все, нормуль, пока. Я пошел отсюда. А что ты дрестать-то стал? Тут же вроде нормально все было. Нормально не играли, что ты обосрался? Захотел облегчиться. А, понятненько. Но мне, значит, слава богу, еще не хотелось так жестко, как тебе. И надеюсь, что не захочется. Может, мясо стухло? Хер его знает. Открывай дверь, имбецил. Так. Вот отличная реакция была, да, на эту дефекацию. Топ. Вот туалет для тебя специально, вот оставили разработчики. Уже? Знали, вот зайдет нормуль, и надо же куда-то сходить ему, правильно? Что это такое валяется? А это мусор. В общем-то, друзья мои, что-то мы как-то притихли, просто, видимо, нормуль сходил как-то, и все окей. А мы с вами находимся в городе, которого названия нет. Это сектор С3. И надо здесь плутаться, найти хоть что-то полезное и двигаться дальше, найти хоть кого-то выжившего и выживать. Это что такое? О, Bubbles! Я нашел газировку Bubbles. Нет, там баночка была такая, типа. Я помню, когда был маленький, смотрел вот эти вот мультики диснеевские, и там, короче, в одном из мультиков был вот этот сыр в баночках такой, типа, как спрей. Ты нажимаешь, и можно в рот его выдавливать. То есть, прикольная штука. Я нигде в продаже такого не видел. О, Олег, тут пенициллин есть, кстати, мало ли. Пенициллин, бери. Слава богу, что его открыли херову тучу лет назад, потому что без пенициллина мы бы давно сдохли от всех болячек. Да? Давай. Вот в этой самой слева, в тумбочке вот здесь. Вот, слева в тумбочке. В окошке. А, вижу. Так, пенициллин, давай, тейк. А мне пока юзать не надо, пикап ол, давай. Да, просто пикап и все. Пикап, бейба. Так, что мы с тобой... Давай на главную выйдем, потому что так проще, наверное, будет жить. Да, а, да. Что мы тут еще такого не сделали? Что мы не залутали? В принципе, надо все дома подряд лутать. Да, это заебешься так лутаться. Но это реально много. Да. Давай, вот, пускай интуиция тебе подскажет, какие самые топовые дома, по-твоему. На самом деле, лут здесь может где угодно быть хороший. Здесь нет такого. Сивен кит какой-то. Я какой-то кит взял. Не знаю, что за кит. Нужен для крафта рюкзака мне. А, это типа швейный набор тебе я взял, да? Ну да, походил, да. Штаны, прикольные штаны, но мне не надо. Мне мои пока не жмут, я другие брать не буду. А прикинь, если вот ты растолстел, тебе надо одежду под размер. А, кстати, вот штаны посмотри по ячейкам как. Там есть же, допустим, обычные типа джинсы, а есть походные с кучей кармашков. Походные с кучей кармашков. Хорошо, будем знать. Слушай, что-то и зомби как-то мы не встретили с тобой. Бегаем, бегаем, а зомбятин нет. Баттер. А что такое баттер по-английски? Баттер — масло, по-моему. Смотри, как пишется. Либо масло... По-моему, масло. B-U-T-T-E-R. Баттер, масло. А масло съедим. По-моему, это масло. Не, спасибо. Человеку, который надрестал в начале серии, масло как раз надо, да? Масло. Блин, они сделали... Я дефекацию видел только в арке. Там есть процесс дефекации. И потом из какашек что-то лепить можно было. А здесь прям наглядно все показали так. Да, да. Молодцы, ребята, молодцы. Что это такое? Так, что это такое у нас? Канталоп Мелон. Что за Канталоп Мелон? Я знаю только Пост Малон. Ты исполнитель такой. Это похоже на мячик баскетбольный, только желтый. А, есть теннисные мячики. Тоже желтого цвета. Ну, пинг-понг. А. Может быть, оно? Что-то написано про Европу. Блин, я опять в керамид где-то выронил. Я что-то бегал. И выронил его нахер. А у тебя же есть эти самые, у тебя же лопата есть. Ну, есть лопата, да. Ну, керамбит и такое себе дело. Так, надо паркур. Паркур, ёпта! Опа, шикарно. Так, а что? Блин, тут домов немерено, просто да. Немеренное количество домов разных. Каждую коробку, каждую вот эту вот хероту надо лутать. Угу. О, это такая игра, наверное, идеально для стрима.
Мы можем, да, в принципе. Мы можем, кстати, вообще пойти на экшончик, допустим, на военную базу, либо на аэродром. Экшончик с чем? С лопатой и киркой? Нет, там надо будет аккуратненько по стелсу не попасться сторожам и залутать, допустим, топовый лут, там оружие, калаши, снайперки. Топовый но лут. Там и вальнут быстро, да. Если, да, допустим, умирать, что, мы полутали, можно идти, как говорится. Да? Нет, давай, да, давай пока до экшона нам надо хотя бы зомби завалить найти. Окей. А что-то зомби ни хера нету, я не вижу, например. А, это перчатки. А какой это год? Что-то дома какие-то совсем бичевские. Ой, не помню, не знаю. О, наверху что-то интересное. Так. Потому что, понимаешь, симулятор лутания, это, конечно, весело. До поры до времени. Но оно надоест быстро, поэтому надо реально что делать будет. О, а здесь кто-то выкинул штаны. Забирай. Может, они уже грязные были? А, нет, он просто сменил, причем как бы с лутом выкинул штаны. С лутом выкинул штаны? Он, наверное, не знал, как убрать его. Вот и поплатился. Выбросил штаны с лутом. Блять, одинаковые дома, у меня уже рябит в глазах от них. Это какой-то завод, кстати. Вот его лутанем и все. Нам, на самом деле, найти хоть какой-нибудь... Пистолет какой-нибудь, да, такого типа? Здесь, кстати, очень хорошо еще реализована система шагов. То есть ты, находясь в доме, допустим, слышишь, если кто-то будет мимо пробегать. Было бы очень угарно, ты бы сел там по нужде, и это было бы слышно. Угу. Это было бы, конечно, ну, забавно. Ну, слышно, как ты тужишься, это слышно. Окей. Так, хорошо, пошли уже куда-нибудь. Какие цели у нас тут? Что мы вообще? Где мы? О, пейнкиллер, иди. Забирай, я уже все забрал, все, что мог. У меня не так-то... У меня еще мясо с собой по два. Я вроде не брал так много. А что у нас по метаболизму? О, иди, я тебе дам этот мешочек, ну, короче, на поясную сумочку такую. На поясную сумочку? Ну да, как-то. А может, ты возьми? У меня же рюкзак, в принципе. А у меня есть, я уже нашел себе. Кастрюля, тебе нужна кукинг-пот? Сумочку давай. Вот, скинул, все. А, вот это вот. Угу. То есть он, да, есть, 6 ячеек дает, неплохо, да, неплохо, да. 5 килограмм носить можно. Что за звук? Слышал? Я холодильник обутал, да. Ага, окей. Слушай, а почему зомби нет здесь? А, убили всех, они еще, видимо, не зареспавнились. Странный звук какой-то, я только сейчас услышал, как ты лутаешься. Да. А, вот тут водичка есть, тут есть, да, вода. Да, водокачка, да. Пей. Пей, конечно, чё, давай, а пей, бухай. Смотри, сколько у тебя воды. А сейчас где? В метаболизме? Да. Посмотри, сколько... Она справа показывается. Вейтер, у меня 57%. То есть мне еще пить и пить. Так, окей. Я под штаны надел шортики красные. Нормально. Да, неплохо. Пошли, может, какой-то реальный экшен найдем, а тут это скитание весело. Мы уже 8 минут скитаемся тут. Зато какое эпичное начало-то. Начало, да, начало годное. Если бы ты это возле зомби сделал, это было вообще эпично. Так, пойдем тогда в квадрат B3, там вот я смотрю, город какой-то есть. Квадрат B3. Так, а, туда вот хочешь, ну давай. B3 там, где нас убили, по-моему. Разве? Да. По-моему. Сейчас посмотрим. Опа, смотри, сейчас будет паркур, смотри, 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 смотри. Опа! Нифига. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. А зомби только в городах? Или, может быть, рандомно где-то могут? А, могут быть и рандомно, да. Но в основном они возле каких-то поселений всегда. Знаешь, это как мы как выглядим, как два майнкрафтера. Вот такие, знаешь, уже старые такие, заядлые два майнера. Думаю, что делать? Что творить-то нам в жизни еще надо? Что еще нам тут... Надо найти какого-то иностранца, поговорить с ним. Можем поохотиться. Можем сейчас найти оленя, попытаться его убить. Я животных здесь только звуки слышу, и все. Это как в этом Бигфуте, то есть мы оленя там тоже искали. Да. Давай, так, давай, 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 давай. Я даже попрыгаю. Опа! Олень, говоришь? У тебя стамина не кончилась? Не, ну, 17%, не шибко много. Тут, кстати, животных слышно очень хорошо. Я ну, пока только тебя слышу. А, медведя ты увидишь точно. Главное, перед ним не делать. А вон вышка, смотри, какая-то. Да, о. Медведи здесь, кстати, стоят, ну, становятся на задние лапы. И как бы так, типа, угрожающие на тебя так смотрят. Че там? Посмотрим. Ботинки. Рука была на заднице. Типа, я мог полутать тебе, что ли?
А, нет, ты мог... Сейчас я тебе покажу, сейчас я спущусь. Сейчас покажу. А, remove from squad можно сделать. Ты можешь зажать F и проверить мой пульс, чек пульс. Вот я проверяю твой пульс. Да, не сдохли ты? Прикольно. А тут мало ли упал, прикинулся шлангом, типа упал такой, да? Да-да-да. Ладно. Пульс окей написали. Пульс окей. Пульсометр тебе надо для этих дел? Да. Так, ладно. Так, птички поют, а где животные? Солнышко светит, птички поют. Я очень надеюсь, что мы медведей не встретим. Да ладно, ну нам надо экшен. Бегать просто по поляне, это, конечно, весело, я не спорю. Но встретить медведя, у меня, наверное, сразу будет опорожнение, то есть мне надо будет что-то делать, это будет двойне фиаско, понимаешь, то есть будет весело, как минимум. О, ягоды, ягоды, смотри, что это? Вот сейчас будет весело, вот сейчас, смотри, смотри, сейчас. Сейчас я поем, я даже не знаю, что это, грибы какие-то, маслята. Это, наверное, волчьи ягоды, нет? Нет, это не ягоды. Волчьи ягоды черные, такие круглые, это грибы. Это лисичка похожа на лисичку. Я буду надеяться, что это лисичка. А, да, вроде бы. Лисичка. Если мне не захочется, как... Нет, камни тебе искать не надо, идиот. Ешь лису. Ест, ест. Ест, ест. Все, пожрали, побежали. С таким метаболизмом только спортсмены могут. Опа, да. Что-то прогрузилось. Оп. Город рядом. А знаешь, как вот вообще супер элемент движухи сюда добавить, как в Assassin's Creed, может, ты играл, когда там Эцио уходил через людей, он так бы откидывал их немножко. Отталкивал. И так через кусты, типа, ты пролазишь, отталкиваешь, вот это было бы вообще топ. Да, было прикольно. Вот это было бы топово. Так что, господа разработчики, делайте. Угу. Типа понадеялся, да, что не посмотрит ролик. Мало ли. Губки закатай свои, да. О, это военная база, аккуратненько. Ох ты ж, ёпта. Кто там? Бля, что это за херня там ходит? Что это фронт мишен? Это что такое? Это вот этот робот-сторож, вот, ему на глаза лучше не попадаться. Да я так и понял. Я играл в фронт мишен, мне очень нравилась в детстве эта игра. Смотри, ну что, идем туда? Рискуем? Как мы туда пойдем? Он же убьет нас нахрен! А, вот так вот втихаря, быстро перебегая, прячась в зданиях. Да, ну давай попробуем. Он вряд ли один тут ходит, учти, он вряд ли один здесь, не спеши. Да не спешу так, я. Ой, там идет навстречу сюда робот. Прячься в дом. Да я вот из-за дома как бы. Нашел военную базу. Давай сходим, Олежка, посмотрим, да, а что там у нас. Идет сюда. Я надеюсь, он за ворота не выйдет? Не должен. Я слышу, как он... Я лягу, спрячусь. Давай. Он, по идее, доходит до ворот наверняка и разворачивается. Нет, сейчас зайдет сюда, прям спросит, что ты тут забыл. И уйдет обратно. Че, в землю ушел? Я лег, он развернулся, ушел. Так, можем зайти. Отлично. Попытать счастье. Он налево прям туда сразу беги. Да, налево в маленькие домики. Давай. Он что-то говорит? Да, эрия, типа... Так, ну давай. Учти, он тебя даже через окно может убить. Это плохо. Присядь, лучше на корчиках. Херово. Их тут двое топает. Патроны топовые. Патроны. Да. Оружия нет пока. Магазин даже нашел. Я лучше лягу. Я лучше ползком буду. Ладно. Я надеюсь, что он меня не заметит. Я типа фартовый, то есть меня вряд ли заметит. Ну как тебе сказать? Да нормально, не переживай. Никто нас не убьет. Я договорился уже. Это наши чуваки, так что не трогать не будут. Тут ничего нет. Тут лутать нечего. Все пусто. Но я патроны нашел. Так, тебя... но здесь зомби, точно лутать. В смысле зомби? Слышишь звук? Нет, в животе бурчит. Это зомби так разговаривает. Я ничего пока не вижу. Тут можно запаркурить в тот дом, но там уже кто-то был. Да. Там зомби. Запаркурим? Давай. Стой, где робот? Вот, призван, заключён в патенте зоны медленно. А, я слышал, да-да-да, призван да-да-да. Где он? Надо сейчас. Его здесь просто не может быть физически. Слева нет точно, я вот смотрю. Зомби. Ой, он идет сюда, где-то рядом. Слышишь? Шаги все сильнее и сильнее. Опа. Смотрим. Бля, он сюда смотрит. Да. Он нас спалил. Ёпта. В комнатку. Быстро. Я ползу на жопе. Давай. Он, по-моему, красное все горит. Да. Блядь,
Он стреляет! Да, попал, да. Нихера. Лежи. Не показывайся ему, сейчас он идет, сейчас уйдет. Ты выживешь? Да, 70% у меня. А, тебя бронежилет спас. Угу. Не зря я залутал твоего бича. Вот в окне можно сверху выпрыгнуть. Тебе дать пейнкиллер или что? Не, нормально, я живой. Окей. Так, где он там? Уходит, да, уходит, все, идем. Уходит, да? Можно перепрыгнуть. Вон, два зомби стоят. А он не прыгает сюда нихера. А ты через большое окошко, где мы смотрели. Сейчас запаркурим. Паркур, ёпта. Так, побежали. Так, походу он снова запалил. Не, он просто предупреждает пока. Че, есть что-то из оружия? Ой-ой-ой-ой-ой. О, патроны хорошие. Да, патроны хорошие. Хорошие патрончики хорошие я взял. А вот оружия хорошего пока не было. Да, роботы это прикольно. Так, ботиночки. Вот давай. Так здесь люди и лутаются в этой игре. Они сразу бегут вот сюда, в это хорошее место. И лутаются. Хорошее место. Рискованно, но зато шикарный лут. Вот ботинки, смотри, у меня были какие ботинки хорошие. Может, тебе пригодятся. Assault Backpack. Самый шикарный рюкзак. Вот это хорошо. Вот это ты не зря зашел. Осталось только оружие найти. Аккуратно, он идет обратно. В окне не показывайся. Где он там? Надо перебежать на ту сторону попробовать. Или в окошко. Сейчас. Сейчас посмотрим. Подождем, когда он пройдет. Мы можем так всю базу залутать, в принципе. В принципе, либо вариант. Прям с этим лутом уйти. Нам хотя бы действительно хотя бы один ствол найти, чтобы у кого-то был. Что это за звук? Робот прилетел. А, ёпта. Родной, не барагойся. Он тебя в голову пропишет, сдохнешь. Уходи. Это фронт-мишн какой-то, реально. Он идет сюда, замер. А его убить можно, да? Говорят, что можно сзади, но я бы не рисковал пока, я еще не пробовал. Что-то он встал и ушел. Все, ушел. Уходит, да. А куда, в какую сторону? Направо туда. Еще один рядом топает, прям. Да, сюда идет второй. О-о-о, тихо. Блин, как мы их сагрили, они не бегают хоть, слава богу. Нет. Так, один идет направо, другой налево. Сейчас они разойдутся, мы дальше побежим. Все. Пойдем. Давай. В окошко, в соседний дом. Паркур. Так, отлично. Фух, это было жестко. Дверь закроем, да, на всякий случай. Там дверь закрыта, отлично. Давай, ты левую, ту сторону, я правую. Давай. Ничего пока нет. Все пусто. Что это такое? О, тактические, давай возьмем. Перчатки тактические нашел. Еще патрончики. Окей. Шприц N9 байонет. Не знаю, что это. Military баллистик бронежилет. О, автомат! Наконец-то. Отлично. Ты только не умри теперь. Все. Отлично. УЗИшка, что ли? Нет, МП5. Ложись на пол. На пол, придурок! Вот. Отлично. Сейчас мы тут долутаем, и я тебе патроны скину. Туалете. А у меня есть, по-моему. Или нет? А я не вижу, где патроны пишутся, нигде не пишется. Амо. У тебя нет. Нолик написано, наверное. Ничего не вижу вообще. А я могу так. Через это посмотреть. А, так. Сколько? Один патрон есть у меня из 30. В МП. Ой. Заметил. Я в туалет. Quick access. А, патронов у нас нет для тебя. Аккуратно, он идет сюда. Замер. Как-то вовремя так. Я убежал. Оружие есть, опасно. Можно пугать будет, короче. Так, какие тебе патроны нужны? МП5, сейчас скажу, инвентарь. Наведи. На оружие что-то написано? Не написано. 3 килограмма, 0, 100 метров. МП5, а патроны не знаю какие. Ну, по-моему, насколько я помню, 9 миллиметров. Субмашинган, 9-миллиметровый. У меня есть The Call 30-06, есть калаш патроны. А, так у меня есть патроны, подожди. А как с юзнуть их? А, обойма нужна, по-моему, чтобы ты мог зарядить. А, у меня есть... А может, разрядить можно? Дроп. Изучить. А ты возьми оружие в руки и нажми R. У тебя есть патроны уже? Нет.
У меня есть патроны именно в инвентаре, то есть как бы. Ну, смотри, ты, если ты перезаряжал, у тебя должно быть внизу, получается, справа на оружии написано, там, допустим, 10 из 10. Один из 30. Один патрончик, значит, всего. Но в инвентаре 4 из 20. Странно. Согласен. Тогда лутаемся дальше ищем. Давай. Так, экзамен. А что могу из экзамена сделать? Могу тебе патроны сделать 9 мм? Ганпаудер. Ууу, металл скрэп. Давай в соседний дом попробуем. Давай, где этот сейчас шастает? Погнали. А здесь уже все, тут ролеты, смотри. Я думаю, вряд ли он прострелит. Простреливает, он окна простреливает. Вот это в этом и печальность. Сия. Ай, блин. О, 9-миллиметровочка, пикап. Давай возьмем. Не перезаряжает он почему-то. Я не знаю почему. Опа, это уже не в нас. Это по мне. По тебе? Угу. Он в окне меня увидел. Стреляет. Блин. Так, лутаем. Стоит, стоит. М9 магазин, давай возьмем. Воу, вот ты он меня убил! Ёпта! О. Он прибил меня, я только хотел плохо, патроны перезарядить. Плохо. Херовенько, плохо. Да, согласен. Блин, два выстрела. Да. Не знаю еще нигде. В голову попал. Там же решетки были. А у тебя есть возможность здесь же воскреснуть? Каким образом? Я уже живой. А? Я бы с радостью, конечно. Где вообще? О, я в секторе А4 внизу. А4? Ну, рядом, в принципе, рядом. Ты в Б3 был, по-моему, да? А, полутай меня, там куча всего да, было. Да, Б3 в углу, в левом верхнем углу. То есть, а можно точку поставить или еще как-то, нет? Нет, точку нельзя. Ты можешь добежать сюда попытаться. И себя залутать. Ой, жесть какая. Ну, что-то как-то быстро он вынес меня, реально. Так, значит, ты говоришь, ты в Б3 находишься? Да, в левый верхний угол. Далеко бежать, но я попробую, конечно. Фу, я нашел, наконец, тебя. Да, наконец мы встретились. Что давай. Происходит с погодой? Дождик. А еще как-то листочки с неба падают, странно. Как пепел какой-то, знаешь? Как да. Сажа. Плохо, что... О, будешь... А, давай я обрублюсь. Давай, у меня же нет ничего, меня же прибили эти сраные мудачки. Да, ребят, пробуйте. Я немножко успел спасти, что получилось. Там очень опасно бегать. Роботы меткие. Да, понимаешь, как-то странно, но все было. Людей мы до сих пор не видели, кстати, сколько бегаем. Вот вначале нас убили, и все, чисто повезло. Наверное, это хорошо, что людей нет. Ну, и зомби нет. Но зомби можно было бы найти, помахаться с ними. О, а зажигалка. Зажигалка, это хорошо. Но у меня, в принципе, есть зипа. Наверное, это для костров хорошо было бы, да? Да, да. Тут можно костер свой делать, мясо жарить на нем. Но опять же, чтобы пожарить мясо на костре, для этого надо идти искать перечницу, например, соль, сахар. О, как злоебичненько. Зачем? Это же игра. Все хотят фаниться, выживать, убивать. А это сделали симулятор какой-то жесткий. Да, да. Вот здесь зайдешь в крафтинг, вот, например, внизу в раздел food. Спагетти болоньезе можно приготовить, но тут нужна кастрюля. Тейк с картошкой. Потом что, рис можно отварить, пасту сделать. Какая разница? Оно все будет на говно исходить, понимаешь? Да, да. Ну какой смысл? В игре-то это какой смысл? Ну вот, для задротов. Допустим, томат, который растет на грядке, он даст тебе, допустим, там 10% еды. И спагетти болоньезе по-итальянски альденте даст тебе тоже 10% еды. Но да, там да, ты заебешься, полжизни будешь искать ингредиенты, чтобы пацанов удивить, там, допустим, да, показать какой ты повар. Либо томат, да, который ты сорвешь, который тебе мать природа дала. Все? Вот, но, к сожалению, вот так вот сделано. Мудрено все. Это да. Притом, кстати, дома почти все одинаковые. Я бегаю одно и то же, одно и то же. Одни и те же интерьеры. Угу. Это дичь, конечно. Еще микроволновки обыскивай. Spices mix. Это что это такое? Спайсы, специи. Ой, не, я есть не буду. Я не это самое. Давай, наверни, чё? Не! Чё нет? Наверни специи. Я тут зомби не вижу вообще нихера. Значит, здесь кто-то был, пробегал и всех зомби убил.
Давай хоть одного найдем, хоть ради интереса. О, а это не полицейский участок здания? Может быть. Ты в окошко хочешь? Да. Ить, ить. А. И да, я опять же, я в туалет зашел, шикарно. Вот эти ящики тоже можно лутать. Так, закрытые. Как много лута! О, я нашел, что-то я нашел. Стандартный нож, security персонал. О, нормально. Керамбит возьми, может тебе пригодится. Да, у меня есть ножик. Ну такое. Бери керамбит, придурок. Ножки, да, ножики бьют, сам одинаково бьют, в принципе. Думаешь? Ну да, здесь вроде шкалы дамага нету. Ладно. Так, идем на второй этаж посмотрим. Давай, иди на второй этаж. Так, с чего у нас здесь интересного? Блин, первого лица как-то странно все это смотрится. О, броник. Отлично. Бери, отлично, да. Бронежилет, насколько я помню, вроде были ячейки какие-то. Даже вроде может это класть. Нет, нельзя. Тюряга. Здесь самая настоящая тюряга. Олеж, у меня для тебя подарок. О, да ладно. Сейчас приду. Да, подарки, сейчас. Это хорошо. Сейчас я тебе даже скажу так. Сколько здесь всего? Это ж пипец. А, это решетку закрыть можно. Это, знаешь, ну, со стороны это похоже на симулятор лутания. То есть, серьезно. Экшена почти, ну, как такового я не вижу. Я понимаю, что куда-то надо прибежать, кого-то вот что-то найти. Ну, так-то по игре самой. Ну, что-то как-то вот так вот все. Так, я что-то не могу... А почему? Ножницы. Да, судьба дала мне ножницы. Сплит. Так, я тогда сейчас к тебе на второй этаж поднимусь, потому что у меня тут небольшая загвоздка. Я нашел обойму для пистолета, но почему-то... Ну, она наделась, да, но патроны в обойму не залазят. Тебе нужна моя помощь, да, чтобы патрон засунуть туда? Дай помогу. Патрон, полицейская дубинка. Возьмем. Так, держи пистолет, скидываю. Раз. И патрон 9 миллиметров скинул. О, все патроны рассыпчатые. Чё-то ты подпрыгиваешь, идиот. У тебя ножик выпал, ну ладно. Один патрон заряжен. Да, но там, видишь, обойма же стоит внутри. Под пистолетом. Да. А как же юзнуть-то? Вот не знаю. Либо мой English is very bad, я что-то не понимаю. Taking hands. Это как-то странно. Quick access exam. М9 магазин. Да, обойма есть, но что-то не перезаряжает ни херашечки. Говорить. Экшен. Да, конечно, весело. А вот эти патроны, смотри, здесь лежат. Скинул. Я уже думал, может, как-то перенести их, знаешь, типа туда, вот в ячейку. Олег, смотри, я сейчас скидываю патроны. Вот, внизу, на полу. Может, они подойдут? Патроны? Вот они, получается. Вот. Давай заберем. А у меня не берутся уже. У меня уже некуда просто. А ты выкинь что-нибудь, возьми их. А, давай. Обратно возьмешь. Это те же самые патроны. 6 джоин. Вот, я их скомбинировал, 14 штук стало. Но они не заряжаются сюда. М9. Да, кстати, а почему у нас не это самое? Это тот пистолет. Drop, remove, quick access, taking hands. Только не говори, что ее в руки надо взять обойму. Это будет совсем зашквар. Пистолет почему-то выпал. В инвентаре, потому что места нету. Ой, дичь какая. О, я перенес патроны в эту, в обойму. Знаешь, как это работает? Надо, короче, вернуть в инвентарь обойму, да, а потом обойма взять... Патрон... А потом патроны перенести в эту обойму, потом из инвентаря положить к пистолету, да, в хэндс. То есть, типа так оно работает. Но у тебя зато есть оружие теперь. Ну, вроде как. Take it hands. Так, а где здесь подъем наверх? Ты все залутал там? Ну, вроде как бы, да. Да, 15 из 15, короче, у нас патроны есть. Отлично, все, теперь все. Будешь, если что, отбиваться. Да, я счастлив. Хоть кого-то найдем. Хоть кого-нибудь. Хоть одного маленького человечка. Кого можно было бы прибить тут. Я не знаю, не представляю себе даже этого. Не, ну кого-то мы встретим точно. Да, не в этой серии, не в этой жизни. Выходи на улицу давай. Сейчас я на крыше тут лутаюсь.
У него нет прицеливания, или это от первого лица только? Есть, есть. Нажми правую мышку и Да-да-да, вижу, вижу. А почему так все сложно? Что так все сложно-то сделано? Такая система. Хоть воды попью. Тебе надо найти какую-нибудь сейчас, что-нибудь еще, сумочку какую-нибудь, да, чтобы у тебя побольше места было в инвентаре. То есть я пью воду, он выронил оружие. Да, уже в инвентаре нет места. Куда ты выронил, идиот? А, вот. Нет. А, в этом плане. Что это такое? Шорт, неплохо. Так, taking hands. Ну, это немножко странно, что я уронил оружие, чтобы попить воду. Давай я тебе... Опять я уронил. Ты прикалываешься? Своей одежды что-нибудь отдам сейчас. Что меня не занято сейчас, тебе покажу. Ты не поверишь, я выронил пистолет. Я не знаю, где он. Чё за херня? Ты его видишь? Да. Чё за фигня? А, вот, вижу, 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 беру. Так. Так, чтобы тебя так... Опять он его выронил. Ты имбецила кусок, что ты творишь? А ты возьми это пикап, возможно. Во, он тебя... Вот, я нажимаю двойку, чтобы его взять, он его выроняет на пол. Нет, ты его сейчас убрал. Чё за херня? Сейчас он у тебя в руке. Сейчас он у тебя в руке. Я понимаю, но я не могу взять его, чтобы прицелиться. А, могу. О, один шортик, у тебя будут дополнительные ячейки в инвентаре. Ну, хотя бы так. Ой, теперь пистолет не будет падать. Ой, господи, как все сложно. Как все сложно. А зомби вообще, где хоть что-то, хоть кто-то? Давай найдем зомби. Я, конечно, все понимаю, но игра начинает напрягать немножко. Давай найдем где-нибудь сейчас зомби. О, какой хороший арбуз, как он вышел прям. Да. А что, у меня нормально? Смотри, у меня нормально заходит. Че ты не крепкий никакой, я смотрю. Я, видимо, что-то до этого съел. Сколько тут у куба? Пошла, хороший арбуз. Вот тут он рот открывает. То есть, когда блюет, он рот открывает, получается. Да-да-да. Где-то здесь я еще пистолет вырубил. А вот он. Разве? Хороший арбузик. Арбуз просто топовый. Как ты думаешь, стало лучше или хуже? Ну, по идее, когда протошнился, персонажу должно быть... Давай хорошо. Не будем лутать, потому что это слишком нудная херня. Но оно так нудно, блядь, я думал, что оно ничего может не может. Так, бежали. Это зомби там? Это зомби там гуляет, смотри. Да ладно, я нашел тебя. Вот, вот наш дружище, смотри. Блядь, их тут двое? Да. О. Тихо, 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 ой. Ой, у меня хп-то! Живой нет? Я зомби сейчас кирки ушатаю, погоди. Давай, давай, давай. Чё, он потерялся где-то? Опа! Так, ну полутаем, давай. Полутаем, посмотрим, что есть. Я пока перевяжусь. У меня хп. Патч ваунс называется перевязка. Так, разделим и зомби. Чё у тебя, братишка, есть? Ох, одеться ты-то хорошо, конечно. Полутать. Но у него не так много всего. Мясо, мясо, мясо. А можно тебя разделать? Слушай, разделай, возьми сэндвич, хотел сказать. Стейки. Стейки, сейчас. Ты раздел его? Есть. Давай, сейчас. Сёрч, сейчас. Я пока перепинтовался, у меня 13 хп. Вот так, и чё? О, собирай, тут штанишки, кепочки. Чоп, разделываем. А чем Need я repense. Его... Давай, отлично. Я его пилой, короче... Как это называется, я уже забыл. Это болгарка, по-моему. Да, нет, да, не да. Болгарка, а похоже. Нет, не болгарка. Болгарка круглая такая. А, болгарка круглая, да, извиняюсь, это другая пила такая, маленькая. Так, пик, что тебе, давай ножку. Что ты предпочитаешь, голову там, может, как Аннибал Лектор, да, там мозги посасывать, например. Или еще что-нибудь, а нога нормально сойдет. Я думал, в Форесте все это закончилось, и батория каннибалистическая, но, видимо, продолжается и тут. Ох, сколько стейков. Прям мясной пацан. Мне как раз надо было поесть. Сейчас покушаем. Так, ит, давай, ит. Пацаны навернули, так, нормально, да? Это тебе не доши глушить. Все серьезно. Раздели зомби и похавали его. Кушай, кушай. Свежие зомби, куда лучше, чем... Мы же болевать не будем от этого. А, вон ботинки наверху. Я думаю, что за херня творится? Вот ботиночки. Все. Приоделись по-пацански. Хрустим, хрустим. Да, набирай с собой мясо. Я помню, не в Seven Days, как эта игра называлась. Мясо с собой таскаешь, короче, и зомби... Да, в Seven Days туда и тоже. Зомби привлекаешь.
Угу. Бери-бери, все бери. Взял, так. Так, я мясца набрал тоже. Все. Штаны. Так, а что у нас по метаболизму-то? А, протеина во мне 140. Блин, я опять где-то пистолет уронил. Да что ты будешь... А, нет, не уронил. Странно. У меня витаминов 328%. Витамин А, В2, В3, В3. Да, да, кстати, мясо поели зомби. Поправили все. Всю таблицу Менделеева, да, смотри, собрали. Да, всю таблицу Менделеева, ребят. Какие шикардос. Витаминизированные полезные зомби. Но это один зомби за полчаса игры. Ну как это вообще? Ну как? Точнее, два зомби. Два зомби за полчаса. О, а там что такое? Побежали. Бегом! Давай посмотрим. У меня мало хп, у меня игра такая, знаешь, серая, прям потускневшая. А чё, ты же мясо навернул хорошего. Да, я перебинтовался, но вот хп постепенно становится. Добро пожаловать, это кладбище. Кладбище. Это кладбище, да. Смотри. Можешь склепить ещё. Да, конечно. Тоже мясо когда-то было, наверное. Жестокая шутка, черный юмор, но он такой. А прикинь, склепы открывать, и можно было туда зайти. Давай посмотрим. О, боже. Так, ну тут, я думаю, вряд ли что. Ну, постарались, как бы сделали, может, что-то есть. Так, а в церкви что у нас есть? Паркур. Вот что хорошо, паркур и гадить можно. Шикарно. Да. А, двери открыты, значит, кто-то был уже. Фонарики есть, кстати? Неа. Их надо либо, по-моему, крафтить, либо находить, я уж точно не знаю. Метал скраб. О, патрон для пистолета. Надо? Серьезно, давай. Вот здесь. Мы уже знаем, как это работает. В кучке там, давай. Да. А вот еще лежат патроны. Это, наверное, они и есть. Наверное. Так, здесь такая процедура злоебненькая. Значит, мне надо это сюда, потом это да, сюда. Процедура сложная. Загрузить, потом тут это сюда. Тут еще пистолет есть. Пистолет или патроны? Пистолет, еще бери, один. Бери-бери-бери. ТЭК 01 М9. А у меня... М109, да, по-моему, в пупке такой есть. Давай возьмем. Там так. Было написано в книжке «Не согреши». То, что тут наделали люди, это вообще беда. Тут можно наверх подняться, кстати. Тут тоже лут. Да, можно, да. О, шляпка. Так, я дубинку полицейскую батон выкину, мне нафиг не нужен. Топовая шляпа. Так, здесь только шляпа и... А, вот еще можно забраться. Да, там на колокольне можно. Needle to repair. А, это нитки. Нитки. Нитки я брать не буду. Кстати, ты лучше шляпу разбери. Давайте я разберу сейчас на раксы, чтобы ты мог бинтоваться, если что. Окей. Тут место, наверное, чисто для снайпера. Блин, отсюда бы выпасть, конечно, топово было. Колокол есть, но у него звенить нельзя. Так, раксы готовы, забирай. Я думаю, что здесь надо перерыв уже сделать, что-то мы с тобой заигрались как-то. Давай. Вот, иди, можешь посмотреть там в ратуше наверху. Сейчас. И по кругу. Да. Вообще, оттуда бы выпасть было бы классно. И умереть. Ай, блин. Хочешь выпади, я посмотрю. Да не. Ай, блин, какая жесть. А если мы с сервера выйдем, там все сохранится же, да? Да, все сохраняется, но надо бы 20 секунд подождать. Так, ну что, выходи на улицу. Тут закончим тогда. Очень все это долго, конечно. Оно прикольно, но безумно долго. Ведь это вот все надо часами бегать, часами лутаться. Тебя убьют, там какая-нибудь там соринка на голову упадет, убьет. Блин, ты оттуда мог выпасть. Ты представляешь, как это было эпично? Мы еще и мокнем при этом. Мы еще и мокнем. Замечательная игрушка. В общем, если понравилось, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Если хотите больше серий, пишите об этом. Увидимся, услышимся. Пока-пока.